дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди у понеділок ми говоримо про наше здоров'я, а сьогодні говоримо про здоров'я наших дітей. З нами в студії обласний педіатр Єфремова Наталія Миколаївна. Доброго дня вам. Добрий день. Наталія Миколаївна сьогодні з нами в ефірі і говорить про таке захворювання, як кір. Останнім часом дуже багато в новинах, в різних джерелах інформації ми чуємо про цю хворобу, якось більше інформації з'явилося. З чим це пов'язано? Да, действительно. Это связано с тем, что на сегодняшний день в Украине вспышка кори. Особенно много случаев заболевания – это Тернопольская, Ивано-Франковская, Одесская области. Особенно опасно для нашей области – это то, что рядом Одесская область, с которой мы граничим. Поэтому есть возможность завоза кори с Одесской области. И так у нас как бы и получается, что первый случай заболевания в нашей области – это те жители, которые работали или отдыхали в Одесской области и завезли на территорию нашей области. Что вважается этим порогом, когда мы говорим про то, что вспышка, как вы говорите? Ну, дело в том, что, понимаете, если население, так как у нас прививается детское население, в основном прививают взрослых, но это от других заболеваний, должно быть вакцинировано на 95%, чтобы не было зарегистрировано вспышек заболевания. Так как у нас последние годы были плохие поставки с Министерства вакцин, у нас уже в течение 3-4 лет отмечалась такая тенденция, что из-за этого не производились вакцинации детям, плюс многие родители отказывались, у кого были медотводы по заболеваниям. И у нас этот охват вакцинации снизился намного ниже, чем 95% общего населения. Поэтому и у нас в Украине возникла такая ситуация, что возникла вспышка заболевания кори. А взагалі останній раз, коли ми про неї чули до цього моменту? Так, серьезно. Ой, последний раз было, это, по-моему, 12-13 год, когда массово вакцинировали даже взрослое население, и тогда даже были случаи, помните, летальные от кори. Это было западные области больше, потому что у них была привозная корь с Румынии, и больше Донецк, Луганск, вот те области. У нас тоже было, но в меньшей степени, потому что было больше процент вакцинации детей. В каком климате эта хвороба краще живет? Здесь не имеет значения. Это не имеет значения. Она встречается в тех регионах, где дети не привитые. И в тех областях. Это единый показник, который может вплинуть на... Потому что человек очень восприимчив к этому, ну, потому что заболевание вызывается вирусом. Человек очень восприимчив к этому заболеванию, особенно дети. И это дети, как правило, младших возрастов. Угу. Сьогодні ми говоримо саме про дітей. І скажіть, будь ласка, отже ж кір, що це за хвороба, чим вона так страшна? Ну, корь – это острое инфекционное заболевание, сопровождается повышением температуры тела, также воспалением верхних дыхательных путей, воспалением слизистых оболочек глаза. И опасна корь очень тем, что она вызывает осложнения, от которых, как правило, если своевременно не лечить и не диагностировать, могут быть и смертельные исходы. У нас летом было два случая смертельных. Это в Одесской области, где дети маленьких возрастов, там дети до 4 лет умерли от осложнения кори, от пневмонии. Для кори очень страшны такие осложнения, как пневмония и менингит, энцефалит. Это очень, угу. Они протекают тяжело и, как правило, это говорю, слетали. Это такие ускладнения, которые действительно складные, да. Хворобы очень идут. Как распознать кір? Давайте начнем с того, что как она переносится взагалі? Кори вообще переносится очень тяжело, особенно если это дети раннего возраста. Передається, в смысле переносится? Переносится, но источник инфекции – это больной человек. Причем самый пик, когда может человек друг от друга заразиться, это период как бы инкубационный, то есть когда мы не видим еще клинических проявлений. То есть мы еще не знаем, да, что мы хворі, да, але мы уже заражаем, да, навколишнє. И первые дни вот высыпания – это максимально, когда человек заразен. И передается это заболевание воздушно-капельным путем, то есть при чихании, при кашле, с капельками слизи, то есть при контакте с больным человеком можно заразиться.
Що перші симптоми які? Ну, первые симптомы, они как бы характерны как для общих заболеваний вирусных, то есть это повышение температуры, это катаральные явления, то есть это будет ринит, специфичное это конъюнктивит, причем конъюнктивит, если это прогрессирует заболевание, присоединяется гнойный, и уже как бы типичным для кори, когда врач может и может быть пациент обратит внимание, это появление сыпи. Сыпь, как правило, уже появляется на четвертый день, и она характерна своей этапностью, то есть высыпает сверху вниз, с головы вниз. И по всему телу, и по там, где волосы, також. Так? Начинается, да, с головы, по всему телу, сверху вниз. Вот это уже характерно для кори, и тогда можно как бы диагностировать это заболевание. А какие такие характеры высыпания цих? Как они выглядят? Ну, она такая, значит, как сказать, пятнисто-папулёсная. Сначала появляются такие, как розовые пятна, потом которые в папулки вот превращаются. Она схожа на ветрянку? Ну, не совсем. Нет, ветрянка, она там же как пузырёк с жидкостью, а это вот пятнышко, которое потом просто как возвышается. Вот, папулка. А, просто... Да, но оно такое вот красноватое, во-первых, на фоне таком более ярком. Они как бы, если бы хоть раз увидеть такого ребёнка или взрослого, то их спутать очень тяжело. Как поводят себе слезовые? Я же уже говорила, что это проявляется, да, конъюнктивит, кроме того, воспаление верхних дыхательных путей, если своевременно не лечить, то опускается до пневмонии, то есть это насморк, это явление трахеита, бронхита, ну, дальше я же говорю, если не лечить, своевременно пневмония, кроме того, с появлением сыпи, то есть как бы состояние ребенка утяжеляется, температура усиливается, если до появления сыпи температура может даже несколько снизиться, то когда начинается подсыпание, температура опять вот с каждым новым подсыпанием, она как бы проявляется сильнее. Сколько сыпи? Ну, в среднем сыпит где-то вот 4 дня. И потом уже как бы сыпь обратно исчезает в таком же самом. Она сначала темнеет, и потом происходит ее изменение в том же направлении, как она и появлялась. То есть сверху вниз она исчезает. Так само, як з'явилася зверху донизу, да. Так і буде щезати зверху вниз, да. Так? В цей період, коли саме сипь, і вже зрозуміло, що це кір. Чимось відрізняється лікування? Що рекомендується для того, щоб цей період пройшов легше? Ну, во-первых, если появилась сыпь, надо обязательно срочно обратиться к врачу. Причем вызывать надо врача на дом. Ни в коем случае не надо идти в лечебное учреждение, потому что вы можете заражать других детей и взрослых, которые рядом с вами будут присутствовать на приеме у врача. Обязательно подлежат госпитализации дети до года, потому что, как правило, это тяжелое течение, потому что до года дети не привиты. Обязательно надо госпитализировать и изолировать это, если в семье есть еще дети, если есть беременные женщины, если... Это дети из интернатов или закрытых учебных учреждений. Значит, если это состояние не тяжелое или средней тяжести, ну, домашний режим, понятно, это постельное, это обильное питье, это симптоматическое лечение, специфического лечения нет. Единственное, что при присоединении вторичной микрофлоры назначается антибактериальная терапия. Це антибіотики? Антибіотики. Ну, так, як я ж говорю, може присоединяться, як осложнення вже появляється. Наскільки часто ускладнення з'являється? Як правило, появляється осложнення. Тобто, це практично 100%. Либо воно осложняється, либо, як проявляється, вот, бронхіт, пневмонія при корі. Тобто, незалежно від того, чи вчасно ми звернулися, чи невчасно ми звернулися до лікарняного закладу, ускладнення буде. Якщо це тяжеле течення, особливо, то це буде, як правило, завжди. Якщо людина вакцинована, чи буде легше, чи не захворіє взагалі, чи трошки легше перенесе? Ну, якщо чоловік вакцинірован, то ризик забоління повторно дуже мінімальний. Тобто, як би описується в літературі, але це рідко случається. І так же саме, якщо чоловік вже переболів, повторно люди не боліють. Тобто, імунітет дуже... Стійкий такий, да, виходить. Стійкий. А якщо, наприклад, людина вже досить такого віку, коли вакцинувалася ще в дитячому віці? Ці можуть заболіти.
Може. Взрослі можуть Який період забити. часу діє оця вакцинація, якщо так сказати? Она, конечно, действует в основном до 10 лет, как вот они описывают и инструкция, и даются методические рекомендации. Просто взрослое население не вакцинируется ввиду того, что 100% должно вакцинироваться детское население. Если не будет среди детского населения как бы источника инфекции, то тогда взрослых абсолютно не надо вакцинировать. Тобто, якщо в дитина раптом захворіла на кір, так, і є поруч дорослі, там мама, тато, які вакцинувалися ще в дитинстві, в них також великий ризик захворіти. Да. Контактних можна вакцинувати. Одразу? Да. Да. Якщо захворіла дитина, батьки можуть зразу вакцинуватися, і це подіє. Подіє, подіє, так? Єдине, звісно, що це буде не вакцинуватися за свій счет, тому що ми отримуємо вакцину тільки для дитячого населення. На сьогодні з вакцинами що? Вакцина у нас є на сьогодні в області. Ми отримали, тому що, із того, що виникла епідемія в Україні, міністерством і ЮНІСЕФ були закуплені вакцини, роздані во всей области у нас тоже есть эта вакцина, поэтому, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. Який календар вакцинации против кору? Вот такой правильный. Правильный. Да, есть 551 приказ Министерства охраны здоровья, в котором, согласно этого календаря, дети вакцинируются в 12 месяцев и в 6 лет ревакцинация. Этого достаточно. Для того, чтобы обеспечить дитині спокойно, здорове. Да. Двух доз хватить. Угу. Для того, щоб жити там до 20 років, не переживаючи, не переймаючись про те, що ти захворієш при на кір. При условии, если нет эпидемии в стране. Угу. Тогда действительно, если есть какой-то у нас сейчас, поэтому вводятся дополнительные мероприятия, то, что проводится на сегодняшний день в Украине у нас в области, и вакцинируются дополнительно еще дети. Оцей, якщо ви говорили, що цей показник, в яких областях люди захворіли найбільше, що він залежить лише від того, наскільки вакциновано населення да, в цих областях. Так, яка прослойка населення вакцинована. Да. Тобто можна сказати, що ті області, які зараз розповсюджують, так би мовити, кір, то там найгірша ситуація з вакцинацією була на цей період? Значить, у них було дійсно так. Угу. Вони не вакцинувалися. Ну, розумієте, у нас була така ситуація, що в останні роки ми не отримали вакцини. У нас, я ж говорю, з 2013 року були погані поставки. Тобто ми отримали буквально в небольших кількостях, які не вистачало для того, щоб вакцинувати 100% тих дітей, які підлежали по возрасту вакцинації. Такая же ситуация была в других и областях, поэтому население сейчас очень мигрирует, вы же понимаете, очень много выезжает за границу, Ивано-Франковская, Тернопольская область, там рядом Румыния, где есть также корь. Поэтому это все завозная корь, она, к сожалению, приїздить разом з подарунками за кордон. Так оно и есть, да. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про епідемію. Це ще не епідемія, так, в Україні, чи епідемія все ж таки в цих областях? Ну, в тех областях можно сказать, что эпидемия, потому что, согласно приказам Министерства и Министерства здравоохранения и образования, в тех областях даже было запрещено посещение детей детских, дошкольных, да, и школьных учреждений, которые не привиты. То есть у них было так вот поставлено. В нашей области такого нет, потому что у нас процент вакцинации был. А наскільки взагалі серйозно зараз стоїть питання з невакцинованими дітьми у нас в області? В якому именно вопросі? В плані людей, де мам, татусів, які не хочуть вакцинувати своїх дітей. Категорично. Ну, дело в том, что, понимаете, согласно закону Украины об предупреждении инфекционных заболеваний, такие дети не должны посещать как бы детские учреждения, дошкольные, школьные. Ну, конечно, есть же такой же закон об образовании, поэтому... И не дозволяет, да, чтобы они не отведували. Да, да. Поэтому здесь двоякое. Но было последнее письмо рекомендательное, если не ошибаюсь, это 2014 года, совместно тоже Министерство образования и здравоохранения, в котором по решению комиссии ВКК лечебного учреждения они дают разрешение на посещение школьного и дошкольного учреждения, если ребенок не имеет никакой, не имеет вакцины одной там или нескольких, только по решению комиссии ВКК. Ну, от ви як лікар, який працює з дітьми, з батьками і досить так
В широкому спектрі, тому що він спостерігає, не тільки практикує, але й спостерігає картину в цілому в області, то для кого небезпечніше невакцинована дитина в колективі? Для самої дитини чи для її оточення? Ну, дело в том, что опасна курь, как и для самого ребенка, так и для окружающих. Это очень контагиозное заболевание, так как я же говорила, уже передается воздушно-капельным путем. Поэтому, если такой ребенок придет в коллектив, то практически все в группе переболеют. Навіть вакцинованные? Нет, которые не вакцинированы. Коли, да, які... те, которые вакцинированы, это очень минимальный процент, кто может заболеть, очень. Зараз деякі з батьків, які нас дивляться, вони можуть сказати, що ризик того, що дитина на Миколаївщині моя захворіє на кір, менше, ніж ускладнення від вакцинації. Адже це міф чи реальність, що від вакцинації дійсно можна отримати якісь ускладнення, які дуже зіпсує здоров'я дитини? Нет, это миф. На самом деле, это вакцина, с которой мы уже работаем не первый год, вакцина Приорикса, производство Бельгии. Она практически не дает побочных эффектов, мы их практически не фиксируют медработники, не видим. Она очень хорошо переносится, безопасная, эффективная. Она дает почти 100% эффективность именно от того, что человек не заболеет, ну, в данном случае ребенок. Поэтому бояться нету смысла. А максимально що може бути? Яке ускладнення? Ну, как правило, может быть, это повышение температуры, покраснение, болезненность в месте введения именно вакцины. Все. Ну, в месте проведения, как правило, да. Вот. Скільки це триватиме? Ну, буквально несколько дней, может быть. А скільки повне видужування після кору може тривати? В зависимости от того, какие осложнения длительно может быть. Ну, почути цифри конкретні, наприклад, від запалення легенів, менінгіт, те, що ви називали. Ну, скільки лікуються ці хвороби? Ускладнення? Якщо це пневмонія, то це може бути навіть кілька місяців. Якщо це менінгіт або менінгоенцефаліт, то це може бути виздоровлення повне, навіть в течение 6 місяців, розумієте? Поэтому лучше все-таки предупредить, чем... Ну, зважити всі ризики, да. Всі... Чому я задаю такі питання? Тому що, ну, на важелі кладеться, так? Чи таке незначне хай ускладнення, як там підвищення температури протягом 3 днів, 4 максимум? Ну, як правило, це вообще даже обычно в первый день. В перший на день навіть, вже, так? Реже було, навіть да. Там день-півтора, так? Якесь не дуже зручне становище дитини. Чи лікування протягом від 2 місяців до півроку? І я думаю, що кожен з батьків повинен зважити, що йому все ж таки краще привити дитину, вакцинувати, чи говорити про те, що вакцинація, вона неефективна і ніяк не діє, а тільки шкодить нашим дітям. Зрозуміло. Я думаю, багатьом батькам стане після цього, якщо зважити оці саме цифри. Тому що я вже скільки переконалася, що люди не розуміють емоціями. Емоціями вони тільки живуть, а розуміють дійсно цифрами. І коли говорять, що це страшна хвороба, не настільки так все просто сказати словами, не буде зрозуміло. Буде зрозуміло, коли прозвучать цифри, що стоїть на важелях, якщо вакцинуватися і якщо не. Вакцинуватися. Я вам хочу сказати даже більше. То, що вакцина ефективна, це доказує то, що серед 16 чоловік, які у нас заболіли, з них 7 дітей, і це всі діти, які були не привиті. Угу. Тобто привиті діти в нашій області не болеють. Тільки не вакциновані, да, хворіли. Угу. І це цифри за який період ви називаєте? Ну, це вот на сьогоднішній день. На сьогодні, да, за рік? Да. Ну, как бы мы начали, да, ну вот с 1 января фиксируем же мы данные, да. Це по всей области? Да, по всей области у нас заболело 16, и пока на подтверждение у нас еще 4 человека, двое из них тоже детей. Тобто зараз ще триває цей процес, да, коли ми можемо захворіти. Зараз ідуть масові заходи, да, тому що в нас попереду ялинки, Новий рік. Ми хочемо, щоб наші діти відвідали ці масові заходи, щоб вони взяли в них участь. І от який ризик того, що
як що дитина захворіє, і як батькам готуватися до цих масових заходів, щоб дитина не захворіла. Ну, я не вважаю там гарне плаття чи костюм, а саме в плані здоров'я. Адже ми йдемо і не знаємо, хто серед цих дітей буде. От якщо навіть відійти від корі, а від інших хвороб, от як підходити до підготовки до цих масових заходів з боку лікаря? Ну, дело в том, что, понимаете, мы когда идем в гости, мы никогда не знаем, кто с нами рядом. Поэтому вообще стараться, особенно если это дети до 3 лет, массовые мероприятия не посещать. Это самое первое. Потому что профилактически, ну как можно сделать так, чтобы ребенок не заболел? Это только, как сказать, избегать контакта с больными детьми, а избегать контакта мы можем только не посещая вот эти все мероприятия. А якщо от діти старше 3 років, якісь засоби гігієни, заходи гігієни, гігієнічні, вони допоможуть якось трошки змити з себе чи застерегтися? Ні, це, звісно, обов'язково. Миття рук, умивання, звісно, воно допомагає, щоб, якщо попав уже вірус, змити і менше вероятність того, що чоловік може бути заразитися. Хотя же говорю, повторяю, что вирус очень контагиозный, поэтому заболеваемость очень, причем массовая. Если было несколько человек, и даже в соседней комнате близкого контакта нет, то вероятность заразиться очень высокая. Тобто це інфекція, яка у нас в повітрі, да, так? Так, да, воздушно-капельним путем передається. І крім вакцинації немає інших профілактичних нет, заходів? Ні, вакцинація – це єдиний спосіб предупредить заболевання. К сожалению, специфического лечения нет, поэтому только вакцинация. Ну, я думаю, що послухавши нас, багато батьків зроблять якісь висновки і не зіпсують свято не собі, не дітям, так? І все ж таки подумають про те, якщо ваші діти не вакциновані від корі, то все ж таки вакцинуватися, щоб дитину унебезпечити від цієї хвороби, яка дійсно за собою веде дуже складні ускладнення. Що ще хотілося б спитати щодо корі і до того, про профілактику ми поговорили, про те, скільки вона лікується, вже також поговорили. А чи є якісь правила поведінки тих, хто живе з людиною, що захворіла на кір? Крім того, щоб, якщо немає можливості, наприклад, цю людину ізолювати повністю? Ну, хоча б все одно в пределах квартири треба ізолювати. Це має бути окрема кімната, має бути обов'язково окрема посуда. Тобто контакт має бути мінімальний з цим чоловіком. Ну, а все остальные, какие вы можете режимы в одной квартире, контакт все равно ж будет. Ну, стараться, если особенно это маленькие дети и другие, или пожилое население, беременные женщины, чтобы они не контактировали с больным. Вагітним також не бажано говорити цією хворобою, якісь також ускладнення будуть? Конечно. Якщо декілька дітей в домі, що робити з іншими дітьми? Поэтому мы и говорим, что лучше данного ребенка положить, то есть госпитализировать в лечебном учреждении, изолировать его, потому что высокий процент, если те остальные дети не привиты, что они тоже заболеют. И на сегодня мы можем говорить про то, что мы можем не дуже боятися спалаху такої інфекції, що ті 14 чоловік. Яка робота ведеться лікарями, щоб ті, хто не вакциновані діти, все ж таки переконати батьків, щоб вони вакцинували дітей? Ну, во-первых, у нас в лечебных учреждениях медицинскими работниками проводится обязательно просветительская работа. Обязательно как бы рассказывается о эффективности вакцинации, что это единственный метод обезопасить своего ребенка. У нас ЮНИСЕФ нам передал плакаты информационные, буклеты, и мы их раздали во все центры здоровья, их раздал во все лечебные учреждения, где висят информационные эти все материалы для того, чтобы родители могли ознакомиться, прочитать о том, как эффективна вакцина, о том, что единственный метод – это чтобы обезопасить своего ребенка. Также
уже неоднократно и на телевидении, и на радио, и у нас в управлении на сайте выставлена информация о том, как защитить себя и своих детей от кори. Поэтому везде, где можно, эта информация как бы распространяется. Также я знаю, что Центр здоровья хочет и предлагает, чтобы даже в маршрутках эти информационные материалы были. Мы должны были передать, и чтобы эту информацию была распространена в школах и в детских садиках. То есть материалы должны были тоже им переданы. Ну, сподіваємося, що це дійсно допоможе, тому що не хочеться, щоб ваші свята, наші любі глядачі, були зіпсовані якоюсь хворобою. А тим більше такою хворобою, як кір, яка дає дуже великі ускладнення, які лікуються, тому що ви потім будете лікуватися до літа. Якщо так посудити, то може бути і таке. З нами сьогодні була Наталя Єфремова, це головний спеціаліст, обласний педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Дякую вам за надану інформацію, бажаю вам гарних свят, ну а нашим глядачам міцного здоров'я, не хворіти ні на які хвороби. І якщо ви не вакциновані від корі та ваші діти, подумайте і зробіть це для того, щоб захистити себе від цієї небезпечної хвороби. До побачення, до нових зустрічей.